Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард, Сейтин Рулс, Артем и я, Артур. Мы продолжаем играть в Звездные войны. Всем привет! Всем привет! Помолчали. Так вот, сегодня все уставшие. Причем с самого начала, не как обычно. Очень сильно уставшие. Очень-очень сильно. Поэтому сейчас Артем нам скажет, что мы тут делаем. Мы тут сдаем квесты. Мы уже практически все выполнили в предыдущих сериях. Бомбы какие-то надо обезвредить. И в основном остальное все нужно сдавать. У меня Return to Senator, Return to Namak, Speak to Atrosphin. Короче, да, уже все готово. Вот эти бум-бумы надо обезвредить. А остальное, ну, какие-то, помнишь, какие-то контейнеры. Вообще? Да посмотрим сейчас по карте. Неделю назад все-таки записывали, поэтому я очень смутно помню все это дело. А, ну это да, это нам, короче... Ну, в принципе, мы в эту сторону правильно идем, так что нормально. Ну, хорошо. Может быть, ты даже приведешь туда? Возможно, да. Ну, пока тут убиваете всех, а я пойду проверю посты. Мы уже тут. Так, ну да, правильно, идем. Там еще не были, кстати, в той части карты. Да. И ты правда был прав насчет Star Wars 13-13. Да. Да. Факт. Я проиграл. Я проиграл. Фиаско я потерпел. В изгнание отправиться должен я. Навсегда. А что там застряли? Там твой квест нет? В смысле? Я за тобой бегаю. А, это смаглера. Да, это просто... Стоп, а вот тут задание которое можно взять, может быть, нам с этого взять и потом туда идти. Кстати, да. Тут какая-то женщина, она симпатичная вроде бы. Хорошо. Только поэтому можно с ней поговорить. Так, сегодня кто больше переводит? Давай. Как всегда. No one. Джек Шепард. Ладно. Вы нажмите галочку. О, джедай. Вы тут не часто появляетесь, верно? Я Фаларис. Я думаю, нам нужно поговорить лично. Насколько лично, деточек? Даже джедаям интересны такие красивые девушки. У нас тут дела, говорит, не удовольствие. Ходит слух, что... В общем, какие-то имена мы должны из компьютера достать. Есть скрытый дом, там как раз-таки вот эта вся информация и... Про этих черных солнц, в общем-то. Да. That seems simple enough to me. Достаточно просто. Это не так, в общем-то, все просто, как ты думаешь. Я, говорит, могу сама вломить в их компьютер и все получить, но они меня отследят. Мне нужно как кто-то нужен, кто вломится и выключит их оборудование слежения. Да, пока она будет взламывать, короче, кто-то должен выключить оборудование слежения. Ладно, говорит, давай этим займемся. Все, пошел. Go! Так, вот еще задание. Так, это у нас довольно далеко, нет? Бум. У нас поблизости. Давайте бум. Давайте сначала вот тут внизу сделаем, да? Да. А потом пойдем туда уже. А потом туда. Хорошо. Вот так у мой верный. А вот, кстати, уже бум-бум. Видели, да, как он прыгает? Я пойду его тогда, пока никто не прибежал. Так, их брать надо, эти бомбы, оказывается. Так что берите. Берем. То есть каждому нужно брать, да? Угу. Ну, вам же не засчиталось, я взял это? Нет. Нет, кажется, не засчиталось. Нужно 8, чтобы взять. Да, нормально. Тоска, печаль. Так, открываем. Забираем. Тут их довольно много, так что я думаю, быстро выполним. Да. Да и народу сейчас как бы мало, привет. Потому что мы записываем не самый обычный день. Вне расписания, да. Да, Джек Шепард у нас, потому что у него аурал на работе, выходные, когда мы обычно записываем, не сможем. Типа, именно поэтому у нас и серий будет поменьше на этой неделе. Да, на этой неделе всего 3 серии. Не бейте больно, ребята. Не стоит. Бейте не больно. Лайт. Оп. Умер. Блин, я обожаю своего персонажа, он прикольный. Такой, Чарюкин! Я, кстати, тоже обожаю твоего персонажа. Ой, я какого-то большого дядьку мочу. Чем мы с тобой синхрончики такие? А мамба вас не любит? Так, ты куда убежал? Мне кажется, нам надо обняться после записи. Подожди, сейчас Тёму убью, пока он там убежал. Я справлюсь.
Ты понимаешь, что ты не командный игрок? А, короче, их трех человек вот таких замочил. А, команда, да? Тимплей. Но нас же трое, это же не команда, нет? Never heard of. Так, вам засчиталось вот это убийство одного из троих? Я двух из трех убил, Сангэнг. Да. Бля, ты вообще офигевший. Сангэнг. Ля. Я только одного. Я не знаю, почему они цепляются к этому ля. Вообще, ля. У нас мне нравится. Говорят. Нет, я понимаю, но что в нем такого необычного? Ну, я не знаю, я так никогда не говорил. Зря. Ты много потерял жизни. Зря, говорит. Вместо зря такой, ля, вот так вот, ля, и все. Нет, все плохого мнения обо мне. Все буквы забрал. Ты забрал мои буквы. Тут враги. В моих словах. Смотри, что мы идут туда. Смотри, он оба и влетел туда. Ля, ты его телепортировал. Ля. Ля. Что, не могу свое поделать. Зря. Ой, я откуда-то нашел камень, и вот он здесь. Преткновение? В его голове. Преткновил. А все, я что ли все собрал? Убить еще двух этих лидеров и еще один. О, вон, идите сюда, ребята, пацаны. Я не буду его бить, я робота своего отзову. Не бей. Пацаны вообще котята. Вообще котята. Все подошли. Добиваем? Как? Два из трех. Ты просто их убил, Артур. Ты откинул его далеко. А, вот еще один, да? Это ж он? Ну да, но мы выполнили. Нет, ну вы-то выполнили, а я нет. Нет, это не он, нифига. Нет, мне еще одного надо убить. Написали Сатурнис и Блэк Уфа, а выполнили. Да. Да, нет, мне написано два из трех. Что ж ты спорешь сам? И еще одного надо, еще одну бум-бум найти. Бум-бум. Бум-бум. Ну как их это называли? Да, только ты один остался. Ну вот я ж тебе об этом и говорю. Сатурнис. Кстати, вот эта серия, когда уже выходит, они выходят на новом канале. Толково ля. Толково ля, конечно. Ля от Артема. Да, канал будет уже переименован к тому моменту. Поэтому. Чтобы люди не думали, что Артем сатанист. Да, чисто по этим. Скрыть правду. Скрыть правду. Потому что, честно говоря, я думаю. Ты начал стесняться этого. Ну, не стесняться, но... Просто, когда люди берут ники, они не думают, что потом будут заниматься... Когда я регистрировался на Ютубе 4 года назад, я вообще не знал, что такое летсплей. Но я жестко сидел на... Потом я изобрел, да. Потом я изобрел летсплей, а ник... Да посиди ты, отдохни, ну. А, окей. Да я не поседу сегодня. И так как в свое время сатана летал всякого, да, и я тебе... Ладно, рассказывай дальше. Нет, я не готов. Опорочили меня, короче, со всех сторон. Так, ну хорошо. У меня вот говорят, откуда ты взял свой ник? Я говорю, блин. У меня просто лежала бумажка, коробка, да, с телефоном. Я такой смотрю, там рассвет. Вот видишь, тебе повезло. А мне, допустим, пришлось еще и голову поломать 3 дня. Хорошо, что нет цвета там какой-нибудь. Сатан Вельзевул там. Точка укос. Да. Анк Файтер там какой-нибудь. Бля, твой дроид сигает, вообще неадекватный какой-то. Да он больной просто, нет упора. Держи его как-то на поводке, потому что я начинаю опасаться за свое здоровье. Он вверх. Он в тебе тупо весит. Жик Шепард такой отправил его за пивом. Возвращается в кровись. Блядь, там с нашей. Бля, я просто отправил с нашей женщиной кто-то разговаривает. Что такое? Пошли, наваляем. Кто смеет разговаривать с нашей женщиной? А вы куда убежали? Мы убиваем людей. Окей. Эти люди убиваются от нас. Или об нас. По-разному всегда. Так, да. Ловергангалт. На. Нате, ляте. Тут робот какой-то напряженный. Да, такой он. Проблемы, да? Что? Ну да. Подожди, не бей его, не бей. Ой-ой-ой. А, блин. Пардон. Все уже можешь бить. Я просто я хотел понял. Посмотреть, сколько я его буду держать в воздухе. А там нормально, там пока, в общем, не ударишь его. 4 часа я делал замеры. Хронометрировал. Так, подлечусь. Ты даже такое слово знаешь? Нет. Ну, я знаю. Ля, я хронометрировал, да? Ля, я хронометрировал. Ого, ну их не обязательно было бить. Ну, как это не обязательно? Просто объем беженцев, ты это понимаешь? Чё вы такие бедные? Найдите себе работу, что ли? Не будьте беженцами. Вы паразиты.
Да, не будьте такими бедными. Ну да, с паразитами на карусах. Приготовьте там все еды, а в Африку только приехал. Че вы себе работу найти не можете, там еды приготовить? Так, окей. А мы немножко идем вот сюда за мной. Мы идем за мной. Идем за мной. Это мы как раз вот это найдем. Почт, эта тема. Взламывать, когда она будет, да, что-то там такое. Вот тот квест, который мы у нее взяли. Женщины. Штаб-квартира черного. Нам направо, нам вот сюда. Смотрите, что робот мой творит. Он обезумел. Коробка с болтами такая прыгучая. Вы друг друга стоите? Да, поэтому он мой. Я потерял курсор, а вот он ваш. Нет, у меня такой же есть, на самом деле. Ты потерял курсор. На самом деле. Ля. Такой. Все, ладно, это должен быть серьезный летсплей, поэтому... Просто мы устали. Ну, такой серьезный летсплей, если тут пока мы просто тупо зачищаем локацию, можно и отдохнуть. Чего прям? Прям уж так. Супер серьезно, ребята, атмосфера все. Да. Спанч Боб все, ладно. Консоль нужно сюжет отслеживать. Че? Консоль? Консольки вот я нажал. Ага, и вот я здесь. Да, кстати... Убейте, пожалуйста, Black Seeker дроида. Black Silver дроид? Black Silver. Ты не понял. Black Silver. Все, вернитесь к агенту Фаларис. Подождите. А тут какая-то зеленая приколюха. А мне тоже засчиталось? Commendation? Да. Приколюха? А у меня нет никаких приколюх. И плюх нет, и приколюх нет. А вот, точно, смотри. Подождите, активируйте security. Мы сделали. Нет, понятно. Четыре штуки. Четыре. Ну все вроде. Теперь нам можно к девушке возвращаться, которые какие-то уроды уже говорили, как Артем сказал. Как этот квест называется? Partial Eclipse. Partial Eclipse, да. Return to Agent. Да, он у меня тоже выполнен. Ну, короче, сейчас мы сбегаем еще. Подожди, а там еще какое-то что-то было? А мы сейчас... Да, за мной. Нет, я имею в виду, в том помещении больше ничего не было? Нет. Нет, ну все тогда. Тогда ок. О, там что-то лежит, Артур, ты не взял, дизлайк, отписываюсь. Дизлайк, отписываюсь. Мы уже отписались от тебя. После той серии обливиона. После той? Да, после той самой. Не той, а аж вон той. Вот той вот, которая была. Куда ты нас ведешь? Смотри, куда ты привел? Тег застолен карго 0 из 3. Я думал, мы идем квест сдавать, а мы новый я пришли. Тоже... О, смотрите, тут какой-то мужик. Ну-ка, подожди. Робот, просто... в атаку. В атаку. Хороший робот. Ну, робот. Такой робот. Такой камень. Такой робот. Так, я хочу себе цвет меча нормальный. Ну как, это мой любимый цвет меча, но не джедайский совсем. А ты выделяйся из толпы. Борис системы. Да. Что тут у нас? Нет, не нужно. Отстой. Ладно, я возьму. Да, а давайте робота отдать. Нет. Нет. Окей, что мы делаем здесь? Так кто знает, убиваем людей, а там посмотрим. А, какой-то груз ищем и. Да. И... А, ой, я нашел. Активировать охранную консоль. Окей. Стыбленная коробка. Я так перевел. Пока вы там убиваете всех, я лутаю. Я тоже лопнул. Вот она, стыбельная коробочка. С гудсами. Один из трех. Прекрасно. Так. Смотрите, ребята тут дерутся, а мы говорим, что нет никого. Я нашел консоль. Подходите. Ты нашел консоль PS4? Да, нового поколения. Тут надо всем троим нажать. Нет, это PS0. Хорошо. Так, отлично. Мы, кстати, довольно скоро уже выберемся отсюда. Стоп, а у меня все еще сзади. Сходим на Татуин. Смотрите, тут враги. Ой, там мощный дядька ко мне прицепился. Лянь, какой. Я тебя говорю. Лянь, так он всех тут положил. А, мы должны его убить. А, только после этого квест закончится. Да. Я думаю, что-то у меня он не выполнил. Окей. И убить. Я его страшно напугал. Да я и смотрю, что ему понравилось. Ну как-то так, короче. Так, у него есть. Отлично. Тот самый манифест. И heavy armor для тебя, походу. Ну да. Так. Ну-ка поглядим. Well. Почему у меня желтым подсвечивается? А, вот все. Отлично. Ой, перчаточки-то на самом деле просто великолепные. Выманили, в общем, товарищи и поломали ему жизнь. Да. Джекша, про ты знаешь, куда идешь? Да. Отлично. Следуйте за мной.
Так, мы Сатурнис забыли. Да я бегу, нормально. Ой, ой, простите, если кто-то слышал непонятный звук, так и было задумано. Это все BioWare. Да. Как думаете, вообще игра окупилась, нет? Я что-то читал, но я так нет, не понял. Нет, вообще, по-моему, они... Ну как, ну считай провально. То есть они рассчитывали очень на многое. Но... Вот очень они рассчитывали, они, да. По-моему, окупили, но при этом больше нет, не пошло окупилось, уже. Окупилось, да, наверное, все-таки факт. Но они рассчитывали вообще, как Warcraft она будет. Но, к сожалению, ну, да. Звездные войны, во-первых, не всем по нраву. Ну, это просто какие-то... Ну, я не знаю, почему она не окупилась. На самом деле, это лучшее вообще ММО, которое я когда-либо видел. Просто ты в другие не играл, как и я. Да, я поэтому именно и не играл в них, потому что ничего интересного в них не находил. А тут сюжет. Вот что. Ну, и Звездные войны, тупая гринделка. Да не. Нет, в корне не прав. Ничего. Я говорю, не тупая гринделка. Это игра. Ну да, я не прав, наверное. Что, говорит, все? Обо всем позаботились? Да. Да, оборудование в истории. Хорошие новости. Как приятно, говорит. Вот вам кое-что за ваши... за то, что вы связались, конечно, с этим делом. Знаешь, говорит, смешно. За этот лист, ну, с именами, очень многие заплатят. Очень много денег, целый фрегат. Так вот, у тебя какой мотив-то был. Да нет, говорит, я просто думала, может, просто думала заработать, может, говорит, воспользоваться этим, этой возможностью, пока она есть. Все хотят денег, нет? Этот лист должен быть использован для сохранения жизни. Ну, возможно, ты прав, говорит, не нужно было мне искать быстрый источник заработка, да. Понятно. Увидимся, говорит. Она мне сразу не понравилась, почему-то, честно говоря. Да, мутная девушка. Давайте ее ударим. Так, упоротые на браслеты дали, я уберу commendation. То же самое. То же самое. Повторюшки. Все, тут все. Теперь надо возвращаться назад. Сдаем. Лягаем, братцы. Тут сдаем, героик сдаем. Короче, все... Героик сдаемо. Все сдаемо. Понятно. Артём все рассказал и остался позади всех. Мабуть, вы практически ничего не разумеете. Сейчас... Слушайте, у меня... Так. Ты меня сбил, в смысле? Я вообще не понял, что он сказал. Он обругался на нас или как? Что-то в этом духе, по-моему. Вообще, блин. Как тут водить машину? То есть, понятно, что там нужен 25 уровень для чего-то, вот, допустим, у меня есть... Просто ты, я так понял, вперед, как управляешь персонажем, так же и... Нет, тут написано, типа, требуется... Надо навык вождения, чтобы... Нет, ну ты просто навык, как бы, получаешь, потом можешь использовать, я так понял. Понятно, а где его получаешь? Вот а навык ты с уровнем получишь, ты получишь какой-то уровень, и тебе дадут этот навык, то есть никому не надо бежать, по-моему. И потом нет, сможешь... его, может быть, изучить придется, но это у тренеров. А, слушайте, вот. А вот тут какой-то проход нарисован, тут мне... Блин, я думал, быстрый ход можно. Нет. Короче нет, говоря, мне машину подарили, представляете, мотоцикл. Толково. Толково, да. Но на 25 уровне его не могу использовать. Нет. Нет, я его с собой ношу. Ну, тогда ты будешь ездить вперед всегда и убивать всех, а мы будем подходить. А мы будем сзади такие... Я буду вас кнутом погонять. Медленно так ехать, да? За деньги подвозить буду. Сычара, да? Показывай, да. О, мужик, который запросил-то все. 200 рублей. Брат. 205 рублей. Окей. Взрывов не слышал уже давно. Похоже, ты, говорит, все обезвредил. 7 очков у меня вообще. Думаю, все нашел. Давай надеяться, что темные светилы еще не добудут. Мы убедимся. Никто больше не будет убит за еду. Я не богат, но кое-что вам дам за то, что позаботился об этом. А, это вот тот квест, который когда в ящиках с помощью, короче, бомбы. Совсем забыл, что... Да-да-да. Все взрывались. Спасибо вам большое, сказал Зангиев. Мы все делаем все, что должны. У вас, наверное, другие дела, я поэтому не буду вас задерживать. Присматривайте друг за другом. Своей спиной. Да. Что это за штука такая? Дроид, да? Более броня для дроида. Ну, тут нужны какие-то детали, а у меня их нет.
Поэтому, дроид, будешь ты глышманом. Хорошо. Так. Все, бежим назад. Выходим вообще из этих прыщев. Нам нужно вообще на выход идти. Да, да, да. Ну это радует. Уже ближе к храму. Не, ну тут, конечно, тоже прикольно. Атмосферно так. Вполне себе неплохо, да. Ну, я думаю, вот, что все-таки вот такое что-то мы и будем наблюдать в 13-13. То есть такое что-то полуразбитое. Ну, да. Не знаю, пока что вот мне, наверное, самая любимая игра по Звездным Войнам — это Republic Commando. А там джедаев вообще нет. А моя Jedi Academy. А там Кайл. Катарн. Не, ну не столько Кайл, сколько сама. Да я помню, ты там запротил, ты там по стенам бегаешь, что-то куркаешься. Да, да, да. Так это я уже забыл управление. Раньше, когда играл в нее, я ее прошел, наверное, раз 7-8. Ну там вот тупо хардкор. Там круто. Ну, блин, вот эта вот Republic команда, когда там этот гимн играет в начале, ты такой стоишь на этом камине, такой под дождем, такой там. Не, они, да, она тоже крутая игрушка, но там нет просто джедаев. Ну, она вот, другого. Я вот просто думаю, что вот 13-13, она тоже без джедаев. Хотя вдруг там, может, они просто скрывают. Нет, там, я так понимаю, будут эти смаглеры всякие, баунти-хантеры, вот такое что-то. Как там, короче, было? Интересно, походу. Делали, сделают уже вот эти вот всякие приколы по поводу того, что Disney будет снимать 7-й эпизод. Типа 101 Чубака и все такое там. Че, 101 Чубака? Да. Нормально. Нам наверх, кстати. 7-й эпизод уже практически подтверждено будет снимать Джей Джей Абрамс. Да. Что он снял, напомню. Он снял Lost. Последний, Lost снял. Star Trek. Кого последний? А, нет, Терминатор снял Мак-Джи, да. Нет. Star Trek он перезапустил. Да, Star Trek. Монстры, Кловерфилд. Ну, короче, ни один из этих фильмов я не видел. Ты Монстры не видел? Нет, ничего не могу сказать. Как так? Ни Монстра, ни новый Star Trek я не смотрел, этот перезапуск. Ну, я тоже не смотрел. Они неплохие, но звезд с неба не хватает, короче. Да. Если ему дать много денег, может, у него что-то хорошее получится. Если много денег, они должны понимать, что это Звездные войны. Ну, им, по-моему, плевать вообще. Потому что они там на роль сценариста какую-то вообще даму, которая недавно только посмотрела Звездные войны, пригласили сначала. Короче, да. Страшные вещи. Тебя нету. В этом разговоре почему-то. Короче, клиники больше не будут принимать тех пациентов нелегальных. А, это квест, это короче. Героик? Если бы да. У нас было больше джедаев на улицах, то темные солнца уже были бы в истории. Это, короче, вот эти нелегальные клиники, которых там нелегально пластические операции проводили. Да, роботов, которых мы уничтожили. Ну, это дневное задание, оно раз в 24 часа обновляется. Так, почта. Да, понятно. Просто дело в том, что я этот квест между сериями, похоже, выполнил. Так что, ну, то есть, сдал. Рекомендейшн нам прислали. Я не знаю. Почте. Возьму штаны. И левел ап отлично. 147 кредитов, спасибо большое. То есть почта? О, на руки. Я пока брать ничего не буду. И я у тоже. Меня здесь 8 писем. В общем, как-то так. Так, ну что, возвращаемся вообще? Сейчас, секундочку. Подожди, тут еще один квест. Квест еще сдать. Все лишнее. Не знаю, так, даже квест включил. Не сдавал. Мне самому. Подождите, а вот тут квест есть или вы где все? Сейчас. Я около тебя. Сейчас я подойду. Продавал тут всякую шнегу. А, шнегу продавать надо. А, и опять Артур нет от задания. Шнегу курить надо, да, не продавать. Я вот сюда пришел, я просто эти квесты закрыл по дороге. А ну, понятно. Да, респауса не там. Да, там все равно, по сути, это разговор, типа, ой, спасибо, спасибо, до свидания, такие. Я просто помню это место, и как раз, когда бегал, что-то, ну, проверял на новом компьютере, у меня же там проблемы были. Заодно их выполнил. Так что вот. Это у кого такое? Что? Супер. Ну, вот тут вот твилячка танцует. Голографическая. Не, ну, не наш. У нас таких нет. Это, по-моему, за премиум какой-то мы, или что-то. Мы таких не это. Так, подожди. Не знаю, как вы, короче, а я считаю, что Республика рулит. Ну да. Зак. Это, сделай, ну, сделай, сделай себя в стенке. Нет. Ну, пожалуйста. Я, по-моему, это положил куда-то в кладовку. У меня, по-моему, с собой нет его. А о чем? Ну, как у Хана Соло. Ну, помнишь, это такая штука. Понял.
Так, ладно, давайте тогда двигаться. Куда нам там нужно? Нам надо... На Корусанта, ой, ну то есть к Сенату обратно. Обратно, на Плазу, да. Quick Travel? А, тут есть такси. Да. Ну да, Quick Travel. Взял только использовал. Джек Шепард, почему ты улетел так далеко от меня? Это несправедливо. Я тебя обогнал немножко. У меня опять машина исчезает, поэтому я буду спереди смотреть. А спереди нет. Не исчезает? Когда как. Тут под особым ракурсом посмотришь, бамс, она исчезает. Да, у меня нормально. Оба. У меня практически под любым ракурсом. У меня только не, спереди, если смотришь, то она исчезает. Круто. Я вот сейчас лечу, все время боюсь, что Мила Йович сверху упадет. Это паническая боязнь уже. Не, ну хоть из этого тумана сейчас вылетим. Мультипаспорт. Смога. Ты не пройдешь. Да, такой Гэндальф. Мультипаспорт. Ты не пройдешь. И такая замолчал там. Мультипаспорт. Мультипаспорт. Ой, хорошо. Корбан, детка. Вы все еще не 16 уровень, да? Все. Вы не 16 уровень? Нет, я 14-го, да. Я уже наполовину 15-го. Нет, по-моему. Вот это крутой. Это знаешь, сколько тебе лет? 7,5. Да-да-да. Так и тут. Так, Сатурнис. Да. I'm waiting for you. Comrade. Бегу. Он-то вообще с другой стороны рванули. Мало Солти Крис какой-то тут стоит рядом с нами. Типа джедай. Так же, теперь у тебя кресло скрипучее. Нет, это не мое. Я слышал, что вы... Так, я, говорит, принес то, что вам нужно. Я послал туда охрану. Что он сказал? Да, короче, она вообще... Да что-то с грузом связанное, то, что мы нашли. Что-то там. Да ладно, что, опыта неплохо. Вот этот манифест, который мы находили, когда мужика с миниганом только что мочили, в общем-то, она по этому поводу. В общем, мы все сделали, мы молодцы. Понятно. Вкратце. У меня 3 квеста. Аналогично. И все сдавать. И все в здании, да. У меня 5. Здесь мы починили гидросуплай, это помните, где мы там мальчики были, мы им сказали, ой, что все, уходите, сказали отсюда. Это которую тут с этими дроидами? Да, переводить его будешь ты. А что, кстати, с девчонкой похищенной? С какой похищенной девчонкой? Ну, Киру Карсон. Это мы, по-моему, даже не выполнили еще, нет? Мы даже не ходили, да? Да. Да? Это болтается вроде как. Окей. А чё мы туда не ходили? Окей. Я, честно говоря, не помню, просто последние серии мы записывали вообще. Там было уже такое уматовое состояние. Угу. Вообще, если у кого-то какие-то претензии, просто поймите, что мы... Вот эти вот серии «Звездные войны» у нас самое упоротое прохождение, просто потому что мы его пишем в свободное время. Не так, да, что вот как там обычное прохождение, там приготовишься. А тут просто... Вот Джек Шепард вообще там сегодня у нас, по-моему, первый выходной. За сколько у тебя? За сколько? За 2 недели вот сегодня. И то не выходной, как бы в любой момент. Да. Это может быть уже не выходной. Да. Так, присоединиться к вам можно, да? Ну, короче говоря... Сейчас он просто скажет, ты молодец, что починил там что-то. Иди чини еще. Теперь идет чистая вода. Вы, говорит, применили мое решение гидросуплая на уровне темных светил. Адулать, вон, я даже боюсь представить, как переводится. Там детишки были, они собирали оттуда воду. Для у тебя перчатки. Это, говорит, устройство не предназначено для... для детворы, в общем. Да. Круссан страдал. Кстати говоря, ну ладно, я потом спрошу. В общем-то, да, налаживается у него все. После того, как мы починили всю эту богодельню. Да. Но он говорит, что нужно еще улучшать и улучшать. Все, говорит, стало неплохо, но, говорит, можно еще сделать намного лучше. Работа еще не початый край, в общем. Большое спасибо, говорит. В общем, смысл такой. Ой, меня может дробу хоть нормально. Скажите мне, Корусант или Корускант? Корусант. Мне Корусант. В комментариях спрашивают постоянно. Я тоже считаю, что Корусант. Но просто Корусант. Так яро указывали, что я просто засомневался в своих словах. Ну, наверху слева написан Корускант, но не знаю, нет, читается он как произносить вообще. Нет, нет, нет. Пишется по-русски.
Стойте, стойте, робот еще один, куда, ребят, пацаки. Пишется по-русски тоже Coruscant, по-моему. По-моему, да, это просто, ну как вот это ви там читается аж как одна буква. Не делай больше эти звуки. Ты на каком языке сейчас говорил? Это непрофессионально. Это очень непрофессионально. Да, Джек Шепард, как ты мог. Вот это вот Джек Шепард. Что он говорит? Он оператор, это я перевел. Шикарно. Вот это самый непонятный, по-моему, персонаж в игре вообще. Не, непонятно тот, который мелкий такой. Потак администратор, он оператор. Короче говоря, у них есть разделение обязанностей, они там типа каждый занимается своими. А кто что сфоткал только что? Я, говорит, могу выполнить функцию под АКа. А он мою сможет? Нет, говорит. Если тебе не нравится этим заниматься, почему не сменишь, в общем-то, специализацию? Ему запрещено потак команды. Видишь, он произносит Optimize Coruscant. То есть все, мы победили. Ребята, давайте просто промотаем вот этот диалог, я если просто его начну переводить... Честно говоря, да, упоротый какой-то. Я вообще абсолютно не понимаю, о чем идет речь. Я сказал, I can find your device, то есть могу найти для тебя это устройство. И все, больше мне знать ничего не нужно. Да, ну честно, вообще настолько сложно вот это. Да и смысл читать про устройство, которое нужно найти, принести, отдать и забыть. Это даже не сюжетный квест. Так там точно. Ну ладно, это мы просто лепим отмазки. На самом деле я ни слова не понял, что он сказал. Я тоже там говорил. И тот, кто доказывал тебе, что Coruscant или Coruscant, пусть вообще сразу пойдет и напьется с горя, потому что Coruscant, правильно. Да. Причем напьется тормозной жидкости. Куда мы идем? Это мы идем по квесту. По основному? Или потому что он дал тормозный? Нет, к нашему любимому. Вот этого переводить будет Артем. Господи, ты боже, помоги. Это же Хью Джекман озвучил. Точно. The Wolverine. Я принес то, что ты просил. Благодарю. Эти звуки. Я неделю спал спокойно, а теперь опять. Чё, бэби-киссинг? Единственное, что понял. Залазь младенцу. Увидел знакомые слова. Я конец просто прочитал. Короче, он вообще-то рашу принесли ему вот эти вот щита какие-то там. Просил нас занести. Это было, как это, компромат был. Да, да, да. На какого-то сенатора другого. Теперь он его припрет. В общем, ну такой смысл примерно. Да. Тоже абсолютно не обязательно для основного. Но уровень нет. Нет? Нет. Ты что? Откуда? Я близок просто очень сильно. Так, в общем, у меня два квеста. У меня есть Гри квест. Атрос Финн у тебя сейчас. А, это мы только что взяли. Да. Да? У Гнотс вот эти найти. И Киднепт у нас. У вас Киднепт, да, это похитили. У тебя Атрос Финн. Похитили схемы оружия массового поражения, по-моему. А у нас девушку. Ну, у вас, да. И потом, когда за ними погналась вот эта вот девушка, похитили ее. Короче, ну, то есть, похитили. Если мы сейчас пойдем похитить, то нас там, походу, народ ушлый вообще по полной программе. Нас похитят, и потом кто-нибудь пойдет нас выручать. У них будет квест такой. Мы будем сидеть вот за решеткой. Тупо 20 Нет. серий запишем, за решеткой сидим. Это как твиттер камня, который есть же. Ничего не произошло, каждый день оставляет запись. Да-да-да-да, паблик есть такой. Так, это хорошо. Это вообще идея в Америке. Ходите! Так, у меня по-прежнему лечат мою, то есть мастера моего, девушку, вот эту вот. И, по-моему, она что-то убежала там, и чуть-чуть вообще плохо. Бабушка. Бабулька. Пожалуйста, Иван, успокойся. Никто не хочет навредить тебе. Да, Атрас, но тьма идет. А, может, я хочу навредить тебе. Да, я думаю, я сломаю все твои кости. А, мне понравится звук, как они хрустят. Хрусть, хрусть, хрусть. Да. Что ты делаешь?
Да ничего. Я просто играю с маленьким матрасом тут. Что такое несколько сломанных костей для друзей? Хочешь поиграть? Конечно. Я не хочу с тобой драться, но тебе нужно отойти от Атроса и успокоиться. Смотри, Атрос, он хочет поиграть. Какую игру мы поиграем, Атрос? Может, нам уши его отрезать сначала? Или глаза выколоть? Нормально такие игры. Экзорциста вызывай. Не так все будет. Не очень вежливо, не правда ли? Мне нужно научить тебя уроку. Правда, Атрос? Так, пацаны. Мочим старую. Мочим старую женщину. Жестокий. Ты очень жестокий. Че она меня бьет? Ты слышишь, получила, да, сейчас в лоб. На. Ля, короче, твой мастер вообще с ума сошел по полной программе. Просто. Ну, это как бы ее проблема по большей части, да? Ну сейчас да. Лупим, да. Это было ужасно. Драться с твоим собственным мастером. Я не знаю, что на нее нашло. Одну минуту она была спокойной, и потом... Очень важно найти эти нетиконы. Есть какие-нибудь следы для третьего? Короче, оба следа привели к Ларсу Бадагу. Юстикары — это, короче, самоназначенная организация, которая правит в Нижнем городе, воюет с республикой. И Ларс Багет один из их лидеров, и его разыскивает республика. Он один из самых разыскиваемых, короче говоря. Людей в республике, да. Я себе позабочусь. Ларс Багет известен как, что он в центральной башне находится. Будь осторожен, а я здесь позабочусь о Юон. Такие дела, в общем. Отлично. Нормально, да. И на этом... Короче, нифига себе ты навалил ей. Ну, собственно. Надеюсь, когда она оклемается, она забудет все. А то ты в изгнание отправиться должен будешь. Да, ну что, давайте на этом завершим эту серию, наверное. Давайте завершим, да. А в следующий пойдем. Ну, я думаю, нам все равно в одну и ту же сторону примерно. То есть, куда там, в район башни. Там Юстицар, да. Да, Юстицар, это в Mass Effect была такая каста. А здесь это такая типа милиция, которая... Да. Азари, она там, это просто круто было. Ну, тебе это что рассказывать, я игру проходил для канала. Конечно. Короче, в общем, это круто, и там надо будет... Что там надо будет нам? Короче, на этикон третий нам нужно найти. Все следы ведут к одному, к самому, в общем-то, разыскиваемому человеку в республике. Ну, в общем, разберемся. И ваши, и наши. Да, ну что, давайте прощаться тогда. Пока-пока-пока, увидимся. Всем пока.